России может появиться еще один крупный госбанк от слияния с российским капиталом банков «Связьбанк» и «Глобекс». Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев обозначил его роль как создающего конкуренцию двум лидерам рынка – Сбербанку и ВТБ. Кроме того, высказался и в целом о конкуренции в банковской сфере. Об инициативе Минэкономразвития накануне ТВ рассказал биржевой эксперт, экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Первое и самое главное, банковский сектор вообще традиционно один из самых конкурентных секторов экономики. То есть если мы выстраиваем все-таки такую социалистическую модель экономики, это одна система, тогда мы должны идти, как бы, собственно говоря, путем, которым шел Советский Союз, где был Госбанк, были судосберегательные кассы, где был там стройбанк, ну и прочие, собственно говоря, там госбанки, которые финансируют либо иные отраслевые проекты. Если мы идем по пути, условно говоря, там, к псевдо-западно-либеральному, то тогда надо заниматься демонополизацией, дерегулированием и стимулированием конкуренции банковской системы. И в какой же из этих систем окажется новый Госбанк? Вроде бы говорят о конкуренции, но Владислав Жуковский уверен, никакой конкуренции ждать не приходится. Очередная попытка создать очередной мегабанк-гигант, который бы, собственно говоря, еще больше монополизировал отрасль, сделал бы еще менее конкурентной. Ну и, собственно говоря, потом под этот банк можно было бы снова выделять какие-нибудь там деньги из агентства страхования вкладов, из Центробанка, там, или из бюджета, чтобы он там дать им деньги на развитие, то есть снова будет украдено. Ну, как бы это очередное закручивание гаек, и на самом деле еще дальнейшая концентрация финансовых ресурсов в руках тех, кто приближен к политической элите. Алексей Улюкаев, говоря про новый крупный госбанк, отметил, что раз не получается частной конкуренции, то пусть будет конкуренция хотя бы государственная. Владислав Жуковский же говорит не только о невозможности конкуренции в принципе, но и о прогнившей экономической политике в целом. И новый банк дело только усугубит. Но пока вот такая экономическая политика, которая душит дорогим кредитом, дорогим топливом, высокими тарифами монополий, высокими налогами, пока вот поборы, коррупция, еще всякие водятся Платон, ну как бы тут хоть сотни банков создать, и хоть вот там три банка в стране оставьте, ничего не изменится с этим руководством. Это будет там, серьезно говоря, там Греф и Костин и прочие, ну вот там они ничего не смогут сделать. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».